30 финалистов конкурса «Лидеры России» определены на Дальнем Востоке. При этом 12 из них – представители Приморского края. Среди победителей этапа – представители госкорпорации, адвокаты, предприниматели, чиновники и начинающие политики. С теми, кто представит свои регионы на всероссийском финале, встретился Юрий Трутнев. Участники конкурса и полпред президента по Дальнему Востоку вместе с губернатором Приморья и представителями Минвостокразвития обсудили вопросы развития макрорегиона. Это различные идеи, связанные в том числе и с более точными коммуникациями с людьми по одному гектару и предложения, связанные с улучшением состояния демографии на Дальнем Востоке. То есть предложений было много, мы их записывали, слушали, оценивали как могли. Мы были в диспуте, это не было истории, когда одна сторона говорит, вторая слушает, мы обменивались позициями. Юрий Трутнев отметил, что к процессу управления нужно привлекать талантливых молодых людей. Стоит отметить, что работа с ребятами проводилась вне камер. Как отметил полпред президента, конкурсантов сейчас не должно ничего стеснять. Мы с ними обсудили ряд реальных важных вопросов, которые имеют отношение к развитию Дальнего Востока. Я их послушал, они меня послушали. Я хотел, чтобы это проходило именно в режиме такого приватного общения. Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в марте в Сочи. Все финалисты получат гранты в размере 1 миллиона рублей, а победителям выделят наставника из числа лучших руководителей России. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.